Всем доброго времени суток. Сегодня пойдем собирать грибы. Находимся мы в Беларуси, юг Беларуси, Припятское Полесье, национальный парк Припятский. Короче, что у нас было? 3 дня шли дожди. Такие не очень, но затяжный дождь был. 3 дня где-то. И вот сегодня было ночью плюс 15. Тепло. Я решил съездить в лес, по своих старых местах побегать, поглядеть. Может, боровики будут. Заехал я уже в лес тут, от главной трассы, от асфальтированной километра где-то 3. Будем собирать грибки, ходить. Погляжу сначала вот по пути пригорочек этот, тут гора. Такая, потом пройду туда дальше. Там хорошее место. Боровички черноголовые постоянно растут. Вон, видно, зеленки пошли уже. Или что это за такие? Не. Так какие-то. Не знаю. Зеленок. Может, и не будет уже. Ладно, будем шукать боровики. Так, машину вроде закрыл. Уже точно закрыл, так. Зеленки попилили уже, порезали. Ладно, если здесь уже прошлись, то пойду я немного пробегусь. Сюда по горке этой. Да пойду туда подальше там. Думаю, не дошли до моих мест. А будут по-любому боровики. Дождь хороший шел, видно тут. О, песок влажный и попромывало. Сейчас у нас уже 31 октября, а на улице плюс 15. Сегодня даже пчелы на блёд пошли в некоторых семьях. Thank you.
Взял я ведро такое вот на 20 литров. Так что, если что будет, так все пособираем.
гектары под осиной. Таких не беру. Море. Семейство мухоморов нашел только. Только это они все подсохшие. Наверное, после этого дождя только. Через неделю что-то позже расти. Не раньше. Поглянем. Так, куда тут пойти? Ой, зацепил за корча. Уже ходим 18 минут. Ничего, покуда путевого не нашли. Ничего, дойдем сейчас на дальний кордон. Там должны быть грибы.
сыро, бля, сушится. Зато теплый. Пошли мухоморы уже свежие троху с песка вылез. Если мухомор опять начал расти, так, в принципе, белый должен быть. Покуда что белого не видать. Короче, погляжу я на дальнем кордоне, а там пойдем. Скорее всего, перееду я подальше. Я постоянно тут хожу по местах своих старых. Там дальше есть тоже неплохие горы, по которой рыбы растут. Ну, можно сказать, людей тоже много ходит. Но рыбы-то постоянно нарастают новые. Так что свое найдем. Кстати, попадается, не знаю, что-то, наверное, польский. Совсем решетка крупная такая снизу. Рыбом пахнет малость, ну, такое брать не будем, а держи. О, кто заберет? Так, куда-то мы... Тут весь проход. Сейчас болото. Надо перебежать. О, просека. С просека в болото пошло. Вот она. Пойдем по просеке. Раньше тут вода постоянно стояла в этой низине. Последние года сухо. Воды нигде нема. По лесу. По низах. Только что в болоте само. Да и то суховатое. Пробежали где-то уже километр, наверное, полтора-два от машины. Ну, до машины по прямой тут получается метров, наверное, 800. Я по кругу пошел. В надежде найти боровичка. Куда что в нашем ведре, о, ветка только упала. Пусто. О, зеленки нашел. Возьму зеленок хотя бы уже. Такие вот, пустим. Зеленочки. Вроде ножка целая. Зеленки можно резать. Они соленые, вкусные. Ножку-то я обрезаю, саму зеленку заберу. Так. Уже не с пустым ведром.
Мне тут зеленки нравятся, так что буду их брать. Сколько их тут у нас? 4 штуки нашел. Больше не видно. Нет, вроде бы нема. Уже раздобыли малость. Не боровички. Ай, не боровички, ну тоже добрые. Сейчас подъем гору. Склон где-то под градусов 30 будет, наверное. Поднимусь наверх. Тут горы такие мощные кругом. Видно. Туда перепад. Совсем вон. Где вот ножа вверх, острие. Вот так вот. Идет перепад. Горы. Это низина пошла. И сюда гора тоже. И там вон улица стоит колонны. И вот улица. Тут пасека такая по этих буграх. Так, все. Под гору зашли. Пойдем далее. Это воздух тяжелый такой, сильно сырый, наверное, 90% будет влажности. Так бегать по горах не хватает малость кислорода. Вот еще по старинке обматывает сосну веревкой такой вот. Льняной, походу, с солидолом. Веровка и солидол. Размажу малый. Это обматывает сосны, чтобы эти муравьи, ули не лезли. Вот наверху видно. Улей стоит. Пчелы тут, наверное, отдыхают сейчас. Мои-то домашние сегодня на облет пошли, а вот в лесу гляжу, сидят в колодах. Ну, в колодах микроклимат совсем другой. Того и сидят. Вон, бачу два гриба. Сейчас заберем их. Если это гриб, конечно. А, нет. Думал, гриб опять. Не гриб. Какие-то еще попадается. Или польские, или решетовики, как их называют, не знаю. А не брал их николи, так и не беру. Ну, еще один такой самый. На белый похожий, но это не белый. Ладно, куда я выключаюсь, перебегу тут еще низину одну на грибные места, там включусь уже второй серии, смотрите, будет продолжение, думаю, там и грибы будут. Тут просто так походили, прогулялись. Вот все эти решетовики растут. Кто знает, что за гриб, подскажите. Он снизу сильнее или польский, или решетовик. Польская, кажется, мелкая решетка, это крупная. Ну ладно, пойду, перейду тут вниз, на места хорошие, там ключусь. Смотрите продолжение. Всем удачи, до свидания.